чудо в саду. Это наперстянка. Красивое растение, неприхотливое. Отцвела красавица наперстянка. Посмотрите кадры ее цветения. Высота стебля более 2 метров. И уже можно собирать семена. Они сформировались вот в этих коробочках. Как выглядят? Давайте посмотрим. Видите? Вот они, какие семена. И представляете, сколько их? Конечно, попав в землю, не все превратятся в шикарные растения. Но можно собрать эти семена и посадить там, где понравится. Люблю сажать растения из собранных семян. В них я уверена. Смотрите, сколько ж семян. Руки грязные, работала в саду. Взяла камеру, чтобы запечатлеть это чудо. Оставляю до полного созревания. А если вам не нужно, убирайте. Семена уже рассеялись.